на заводе, сколько сделали, какие планы и так далее. Да, вы выйдете на проектном участке. Да, вот, а что ты не играешь? Что же, сделать вопрос и так далее. Что и так далее. Хорошо, Алексей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, сколько автобусов? А можно автобусов? Внять? Я вот... А, я понял. Я понял. Алексей Анатольевич, ничего. Так расскажите, сколько автобусов было выпущено заводом «Волхопас» под Собинкой? С момента запуска производства. С момента, как там был Сергей Иванов. До настоящего времени. Ну или до какого-то месяца, например, если вам так удобнее. Давайте мы сейчас пройдем. Мы к вам подойдем еще раз. Хорошо, спасибо большое. А вы сформулируете более четкий свой вопрос? Конечно, спасибо.